Когда я попадаю сюда, в театр оперетты, конечно же, очень много чувств, которые меня переполняют. Я 3 года была частью этого прекрасного места. Мюзикл «Метро», с которого, собственно говоря, началась мюзикловая эпоха здесь, на этой сцене. И каждый раз, приходя и наблюдая за новыми постановками, мое сердце бьется все сильнее и сильнее, потому что каждый раз это все круче, это все мощнее, красивее, интереснее. И, конечно, сегодня мы погрузились в эту потрясающую историю любви. И такое счастье, когда мы видим на сцене этих потрясающих артистов. И многих из них я очень хорошо знаю. Сегодня была премьера у потрясающей героини, у Джульетты, великолепная совершенно актриса. И, конечно, Ромео, который просто до мурашек, когда у них совместные арии. Это просто вот бегут мурашки, когда ты понимаешь, что любовь не может умереть. И этот спектакль еще раз нам об этом говорит, что настоящая любовь никогда не умирает. Я благодарю вас за эти эмоции, благодарю вас за это прекрасное, прекрасное действие, которое здесь происходило. Ну, говорить про великолепные костюмы и декорации. Приходите, друзья, и сами все увидите.